Когда садится солнце, весь город зажигается тысячами огней, эффектно подчеркивая свои достопримечательности. Подсвечиваются деревья, включается иллюминация на домах и небоскребах. По вечернему Батуми несложно заметить башню с грузинским алфавитом, которая привлечет внимание каждого мимо проходящего человека. Если вы подниметесь наверх башни, то увидите всю красоту этого города, особенно прекрасно в вечернее время. Время пребывания на смотровой площадке не ограничено. Вы можете взять бокальчик вина и сидеть наслаждаться, либо можете взять с собой книгу и прекрасно провести время. Сегодня мы решили встретить закат в башне Алфавит. Посмотрите, как красиво, потрясающие, красивейшие закаты. Здесь очень романтично. Сейчас мы немножечко прогуляемся по набережной, посмотрим вечерний Батуми.
К сезону открылось очень много кафе, ресторанов на набережной, поэтому каждый найдет себе по душе что-нибудь. Thank you.
набережной стали делать жареное мороженое. Стоит от 5 до 10 лари в зависимости от наполнения. Мы брали с бананом и с печеньем. Мне не очень понравилось, вернее, вообще не понравилось. Такое ощущение, что ты поел мыло. Но это только мое мнение. Если вы брали это мороженое, напишите, пожалуйста, понравилось вам или нет.